Здравствуйте. Я хочу спросить у нашей администрации про вот этот котлован. Потому что когда летом ходим мы здесь мимо, ребята маленькие, и внизу туда слазят, играют, и здесь играют. Я так все время боюсь, чтобы их не завалило. Может обвалиться и завалить их. Пропадут же дети ведь. Потому что взрослые тут редко ходят. Вот. Этот, ну как, народу еще не сильно много в городе. Кто где, кто туда идет, кто сюда. Народу мало ходит. Вот. И поэтому пока шель-шевель, дети просто у нас погибли. Все-таки пусть администрация наша хотя бы огородили его. Поставили, что здесь нельзя играть. Запрещено. Вот. Чтобы дети туда не лезли, чтобы никто не попал и не убился, и жив, здоров остался. Просто просим администрацию, пожалуйста, огородите, и что это за объект, чтобы знали, откуда он и что это такое.